YouTube, привет! Это вот мои недавно купленные лампочки днепродентовские, но они немножко разные. Значит, в чем отличие? Одна из ламп вот эта вот без памяти, короче говоря, когда включаешь выключаешь лампу, вот они обе включены, поставлены на минимум свечение. Вот я выключаю лампу из розетки. Все, села, да? Включаю. Вот, и она светится таким же светом. То есть, вот она у меня выставлена на минимум. Вот в этой лампе этой функции нету. Вот я ее выключил, погасла. Вот, опять включаем. Вот. Зажигаю. Видите, в чем дело? Нету памяти. Вот я ее выключил с розетки. И опять включаю. Все, тишина. А в этой лампочке эта память есть. Вот она погасла. Я ее включаю. Вот, все в том же духе. Так вот, покупая новую лампочку, вот я недавно купил, договорился с Женей. И он мне выслал новые мозги. Сейчас будем перепаивать в этой лампочке мозги, и она будет такая же с памятью. То есть включаешь, выключаешь, она запоминает тот режим, который был выставлен перед выключением. Это очень удобная функция. Поработал, выключил. Те же настройки сохранились. Вот. Надо, поставил там ярче, тише, включил, выключил. Вот. Как бы проблем никаких. Вот такая вот умная функция. Сейчас покажу эту маленькую платочку, которую сейчас будем имплантировать вместо той, которая стоит здесь. Вот такая маленькая посылочка с мозгами. Вот эту плату с прошивкой, она прошита, запрограммирована так, как надо. Сейчас будем имплантировать вот в эту лампочку. Вот она, наша плата. Сейчас аккуратно надо все это дело выпаять и потом впаять обратно. То есть вот таким макариусом она будет тут стоять у нас. Ну, это термоклей. Сейчас я тут капну чуть спиртиком и это все отклеится у нас. Вот так вот. Побежал спиртюган. Ну, маловато, надо еще добавить. Ну, не получится. В принципе, можно и феном подогреть, чуть размягчиться и снять. Посмотрим, как будет получаться у нас все это дело. Довольно легко отклеилось. Вот тут по бокам есть у нас скотч двухсторонний еще чуть-чуть. Для того, чтобы плата дополнительно крепилась. И смотрим, что вот оно питание подходит. Вот сюда надо будет их впаять. И распайка ног. Это налево, это центр, это направо. То же самое, налево, центр, направо. Ничего сложного, заводим паяльник, пусть прогревается. Сейчас будем имплантировать. Вот есть у меня такой мини-паяльничек. Выпаял я плату. Сейчас вот эту плату будем имплантировать туда, куда, как говорится, доктор прописал. А эту я потом, как мы договорились, Жене отправлю. Он там с ней разберется. Не прошло и полгода, как я все припаял. Сейчас будем проверять, как оно тут светит у нас. Так. Ставим. Что ставим? На максимум
Поставил на максимум. Выключаем. Выключили всю силу. Включаем на максимуме. Отлично. Берем диммер. Убираем на минимум. Практически со стороны видно, что светится. Выключили. Включаем. Вот, светит по минимуму. Все. Так, ладно, проверим еще раз. Уберем холодный. А тут теплый. Чуть поярче, чтобы было видно. Вот, горит. Сверху теплым, снизу холодным. Дрынь выключили. Дрынь включили. Все работает. Ну вот и все. Теперь осталось собрать. Женьку, спасибо большое. Лайк тебе с двух рук. Спасибо большое, Жень. Теперь будет более удобная работа. Ну вот на этом такой кратенький обзорчик. Апгрейд лампочки я сделал. Заменил плату. Еще один прикольчик сейчас покажу. Вот если будет видно. Вот так вот, не просто так. Светодиоды Днепродент Толс. То есть у человека даже светодиоды свои фирменячие. Вот так. Ладно, собираем и в бой. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. Маленький по скрипту. Вот. Берем, выключаем. Включаем. Она запомнила. Берем. Включаем опять, допустим, здесь холодный, здесь теплый с холодным, здесь теплый. Ставим на самый минимум. Опять выключил. Она этот режим запоминает. И в этом же режиме включилась. Вот он, один теплый, внизу теплый с холодным. Вот так. Или, допустим, вот ставим на максимум. Блин, аж глаза жгут. Выключил. То же самое. Все запомнилось. Как было, так и есть. Обратили внимание? Теплый, холодный. Теплый. И на минимуме. Выключил. Включил. Вот. Яркость та же. Опять ставим, допустим, на минимум. Убираем. Оставляем теплый, холодный. Или, допустим, вот, два холодных. На минимуме. Раз. Выключилось. Опять пришел работать. Включил. Все в том же режиме. Все, ну на этом как бы все. Я продемонстрировал то, чего мне не хватало на этой лампочке. Теперь, как говорится, можно пользоваться удобствами этими. Все, еще раз всем спасибо за внимание. Пока-пока.